Сова, ты че сидишь? А, сова. Сова. Вода летит. Она пока, короче, ее не съест, походу никуда не улетит. Эту крысу. Че за дела? Ну да. Да у них зрение, е-мое. Собака, наверное, подыхает и подохла, блядь, в бухте, блядь. О, сова. Сова. Ослепленная, походу. Алло. Ты что делаешь? Спишь уже? Она поймала, наверное, выйди, и держит. Выйди, вон сова здесь, крысу поймал. Сова вот, видишь, мы стоим. А здесь крыса. Да, выйди с фотоаппарата. Сова поймала крысу, я не знаю, ее, походу, фарами ослепил. Какие его дела? А сейчас. Ты, наверное, за руку даже не возьмешь, да? Ну, в смысле, это, погладить. Да нет, ее можно взять, она вряд ли. Она, наверное, укусит. Хочешь, Андрюшка, иди на мой щелкни, хочешь на свой. Вон она головой в круговую крутит. Она летает? А? Летает? Да она с крысой сидит, крысу поймала. Тоже она головой крутит в круговую. Может, вместо чара ее заберем? Номер вообще. Ничего, подъехали, да? Удачно. Ну, я говорю, я же с машиной. А я не заметил. Сова, что ли, сидит? Сова, что ли? Если... А то у нее когти не выпало, она замерзнет. Кто? Сова с этой крышей. В смысле, а что она? Да она ее не подымет, если она когти выдернет. Ну, не подымет. Или... Может, пинануть ее? Если выдернет. Надо, короче, это, чтобы она взлетела, короче. Так надо ее, можешь ее потормошить ногами. Да не надо, что-то. Но она замерзнет. Да, конечно. Замерзнет и улетит. Когти не вытащит, она скажет.